have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и это наш пёсель. Пусть вас не обманывают руки и ноги. Так, это у нас... Я пойду сюда. Я не хочу смотреть про этого мид-пэла, мид-боя, мид какого-нибудь такого. Так, в воздухе еще раз нажмите... Второй прыжок. Двигаясь назад или в сторону, нажмите, чтобы... Среднюю кнопку мыши, я понял. Как там было... Тап. А, это приманка, пардоньте. Сканировать вот так, все, я понял. Хорошо. Я немножечко подзабыл управление. Меня до сих пор не оставляет вот этот вот... Кстати, а карты... Блин, а карты у нас нету. Печалька, то есть у нас есть только компас. Не оставляет меня вот это вот состояние шоковое после того, как я узнал, что наш герой собака, к тому же, что я еще и сам это выбрал. А наше задание... Мне, кстати, вот этих ребят надо убивать сейчас. Угу. Так, так, так. Вот, все. Найдите имплантный сплав. Что, что, что? This pod was seemingly designed to protect its contents from the ravages of time. Упавшая капсула. Блин, они меня бьют чем-то. Мне вот эти штуки нужны. И вот эти штуки мне нужны, этим я лечусь. Вот это вот мне нужно для изобретения, для крафта новых вещей, поэтому... Так, ладно, просто валим отсюда сейчас. По крайней мере, ресов подсоберем. Ну, они меня как бы атакуют. Понятно, что они меня атакуют. Вот, кремния 34. Все, по-моему, я собрал то, что мне нужно. Можно будет потом телепортнуться домой. Ёпарасте. Они такие маленькие, миленькие. Ну, так смотришь на звуки и думаешь, ёпарасте, это... Нет, нет, нет! Сюда, ну, с двойным прыжком я сюда не попаду. Окей. Мне нужно будет летающий ранец или что-нибудь в этом роде. А вот это что такое, кстати? О, мне это надо. Да, чтобы туда запрыгнуть, явно мне этого, то, что сейчас у меня есть, это будет недостаточно. Это я уже сканировал. Звуки страшные. Мне куда-то... Нет, не сюда. А куда мне? 30 метров туда, в ту сторону, как я туда попаду. Давайте посмотрим.
Я более чем уверен, что я не смогу туда забраться двойным прыжком, да. Да, сбить не смогу. Там что-то рычит такое большое и страшное. Мне потом кажется, что будет что-то маленькое, но... А это вот случайно не вот таким образом я сюда должен забираться? О. Даже не знаю. Вот эти все прыжки, попрыгулины. Мне кажется, это логичным, но я не уверен. Мне будет что-то, чем я смогу распиливать вот это. Тут есть тайник, это хорошо. Это я заберу, если вы не против. Кремния 50. Высыпалось, блин, 100 штук. 50. Ладно. Окей. Возможно, я изначально просто не туда пошел. Тут этот храм заваленный. Нет, ну зацепись! Ау, больно. Я что-то не могу понять, куда мне нужно. Это глупо. Если там нужно... О! А, кстати, может тебя можно... Нет, я тебя уже просканил. Это интересно. Я думал, ты, может, какую-то эту прикормку кинуть или что-то такое, и оно... Ослабнет. Нет, да, оно не ослабнет. Это телепорт, это понятно. Как мне туда добраться? Вот что меня интересует. Может, есть какие-то очевидные вещи, которых я не вижу? Так, нажмите во время ходьбы, что... А, вот, я понял, я не допрыгнул. Потому что надо было с шифтом, все. Это, это очевидно, и жаль, что я до этого не додумался. Вон, мне туда. Я потратил дофига времени на неправильные вещи, да? Нет, надо с шифтом, стой. Все, вот так. Долети. Да. Прыгнул без шифта, это было не очень красиво. Так. Взяли. Я думаю, что... А-а-а! Я, кажется, понял, что мне надо делать. Да-да-да. Надо... Да-да-да-да-да-да-да. Все. Надо накормить. Эти ребята становятся приманкой. Фух. Я сначала думал, что в них нужно кидать приманку, чтобы они жрали эту фигню. На самом деле, их нужно кормить вот этими мелкими ребятами. И тогда все будет хорошо. Кстати, а у меня закончились приманки, да? Классно. Надо было взять еще. А как я теперь это открою? Туда иди. Надо еще приманок взять. Я, кстати, не уверен, где я могу... Оу, шипы. Оу, шип. Вот и приманочки. Круто. Секрет поблизости. Класс. Я сейчас... Интересно, эти двери, они открываются навсегда или на время? Иди. Приятного аппетита. Какая мясорубка. А мне...
Я не буду экспериментировать, похожу пока что здесь. Секрет поблизости. Угу. Так. Вон там что-то есть. Или мне кажется. Хм. И что у нас? Ого! Ого, вот это... Привет, чувак, это интересно. Я просто в начале серии был чуточку дезориентирован, и поэтому... Открой, пожалуйста. Ага. Так это не откроется, мне нужно... Вот. Я понял, спасибо. Новый уровень, круто. Bad news is you're harder to kill because most of your bones have been replaced with rock hard space tumors. Good news, potential partners dig tumors. Or so I hear. Вот еще как. Они на это обижаются. Говорит, хорошо, хорошие новости, что теперь меня сложнее убить. Плохие новости. Они там просто появляются время от времени, круто. Плохие новости в том, что кости были заменены на каменные опухоли, что ли. Я до конца таки не понял, что про... Да, вот эти штуки, их можно просто один раз накормить, и все. В чем заключался... Вот, секрет поблизости до сих пор поблизости. О. Даже не знаю. Ну да, типа до той штуки можно долететь. Я не уверен, что сейчас, но можно. Как туда добраться? Я вас понял. Ну, туда же я сейчас никак не доберусь, правильно? Я пока не вижу никакого пути, как туда добраться. Ладно, пойдем сюда. 55 метров в эту сторону. Это то, что нам нужно. А что нам нужно? Ага. А, это разломы, для которых нам нужна взрывчатка. Все, все, до меня дошло. Окей. Вот так надо это делать. Короче, без приманки. Просто подходишь и пинком, и все, и нормально все. Эти ребята и так слушаются. Так. Привет, привет. В общем, пока их не трогаешь. Пока их не трогаешь, они не агрессивные. Но как только ты начинаешь их пинать, они почему-то обижаются. И что я делаю этим? Опа, на, здравствуйте.
Так, я могу отсюда кинуть? Могу. Отсюда я и кинул. Все, 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 я понял, спасибо. Но до туда я не донесу. Черт, я так убьюсь, да? Я что-то сожрал. Две таких надо, чтобы хпшку поднять, что ли? Да. Есть, отлично. They've spread to the musculature of your lower body, which gives you rock hard glutes. You should be psyched. Ага. На каждый новый уровень типа повышает мне выносливость и повышает мне хпшку, и это хорошо, кстати. Так, это значит взрывчатка. Интересное кино. Хорошо. Но она не держится долго в руках. Это нужно. А, их можно убивать, да, в открытом состоянии, но это логично. Фух. А они потом же респавнятся, да, наверное? Или где? Открывайся. Это фонтаны, блин, елки-палки. Я сейчас обязательно гляну, что это такое. Да, это его тоже убивает. Даже не надо ждать, пока панцирь откроется. Хорошо. Воу! Там сканер? Там сканер, Карл. Куда мне пойти? Я могу пойти... Я отсюда тоже пойду, кстати. А мне вообще туда наверх. Ага. Блин, это интересно. А, это блевота, которая, наверное, меня будет сбивать. А это лед, по которому надо просто... Я пока не уверен, что я хочу туда. Спасибо. Мне теперь интересно, что там за сканер. Надо пойти глянуть. И вот это что такое? Понял. Так, это у нас активный телепорт. Кстати, давайте его используем. Минуточку. А это, вы хотите мне сказать, что это все телепорты? Или они потом пойдут дальше? Давайте на дротик. Я хочу кое-что скрафтить. Но я не верю, что это все. If you wanna. Минимум Монкис, это мы видели уже. Оу, новое письмо. Kindred. Технологии загрузки у них, конечно. Добро пожаловать. Не забывай о системе ценностей Kindred. Это мы не читали? По-моему, читали. А, это новое видео. Я понял. Просто пока они здесь не просмотрят. Вот! Входящее сообщение. Это мы видели. Все. Все, все, все. Отлично. А, так. Что я хочу прокачать? Про для настоящих про. Предметы. Требуемый элемент не обнаружен. Требуемый элемент не обнаружен. Это тут же. Вот. Кумулятивный выстрел. Накопить заряд пистолета из одного сверхмощного окна. Когда оружие полностью заряжено, нажми R. Да, хочу. Какая разница? Я могу это прокачать, почему бы это не сделать? Она тоже совершенствована батарея, увеличивает емкость батареи. Вот это мне тоже нужно, и мне не хватает... А, мне хватает? Мне хватает. Я думал, что с другой стороны, да. Отлично. Это все мы качнули. Теперь элемент не обнаружен. Ранец прокачан.
визор не обнаружен. То есть все, что я могу прокачать сейчас, я прокачал. Окей, это круто. Ну, поехали дальше. Да, нам сюда. Хорошо, что снизу указывают, на какой телепорт надо идти, чтобы... Странно. А, у меня теперь 10 зарядов. Хорошо. Я не уверен, что я потом смогу забраться сюда обратно. Мне нужно узнать, что это за скат. Ой, блин, он вражественный. Вражеский. Вражинственный. Кто меня так мочит? Это грены! Блин, меня это чуть не убило сейчас. Упс, меня это убило. Загрузите меня, пожалуйста. Hey, buddy. So, you died, and I made a clone of you that shares your memories. Listen, just don't overthink this. Our bioprinting is accurate to 99.1%. So, as long as you don't die 49 more times, it's all good. Ambient temperature 92 degrees. Bio-signs nominal. Так, я могу пойти туда, могу пойти туда. Стоп, значит, давайте я все-таки схожу сюда, потому что та штука очень такая сильная, мощная. Я все-таки заберу тут то, что мне нужно. Ага, я тебя понял. Я не уверен, что я хочу доджить эту штуку. Я бы все-таки ее убил бы, наверное, но... Возможно, это понадобится. A mind is a terrible thing to waste. Might want to put something sturdy between you and it. Он тупо не убивается, я понял тебя. До свидания. Я не могу понять, мне это надо или нет. Надо в эту штуку стрелять, я понял. Это у нас типа... Типа босса, что ли? Тут хилочки разбросаны. О, я его убил. Что, блин? Еще два? Вы серьезно? Ай, больно. Он пол хпшки, конечно, снимает. Это больно. Это неприятно. Так. Меня учат у ворота, это я понимаю. Вылези отсюда. Так, минус один. Мне не нравилось, что их было двое. Я прямо под него подлез. Ну круто.
Блин, хорош. Да ну я же уклоняюсь. Ты что делаешь-то? Да хорош. Блин, она меня сейчас тоже убьет. Блин, он, ну он в ту же сторону. Хорош! Ай, второго убили. Ну, давайте сделайте мне еще одного клона. Фишка в чем? Что... да, давай выпустим. Ну выпусти уже, блин, что так долго-то? Гроб? По-моему, что-то новенькое, мы потом с вами посмотрим это. Фишка в том, что если ты идешь в какую-то сторону, он прыгает на упреждение. То есть, когда он прыгает на... Ну, ну нет же! Это мне не нравится. Что, блин? Я не хочу туда обратно забираться. Ай. Ладно бы мне сейчас сняли пол... Сколько у меня хп осталось? Ладно бы, говорю, мне сейчас сняли бы пол хпшки и вернули бы обратно. Нет, блин, давай мы тебе снимем всю хп и все, короче, и живи с этим. Привет, ребят. Все, отлично. Мне... Вон тут... Туда? Куда? То есть, вот этот парниша, он прыгает на упреждение. И ты, получается, доджишь в ту же сторону, если доджишь в ту же сторону, куда идешь, то он тебе гарантированно попадает. Я не уверен, что это так должно работать. Фух, это мое все. Надо было, это был босс, да, это нужно было просто убить. Хорошо, инопланетный сплав. Отлично, это надо вернуть. Фух. Нет, было на самом деле не тяжело. Я больше протупил, пока проверял, как это все работает. Ресурсы добавлены, хорошо. Вот, инопланетный сплав. Захватывающий отпуск. Отчаянно пытаешься избежать гнетущей монотонной рутины, не хватает времени, чтобы даже задуматься о том, насколько ты устал. Надоело заурядное, предсказуемое, скучное существование, но не хватает денег, чтобы как следует провести себя... повеселиться хотя бы один раз в свою жалкую жизнь. Мечтаешь как-то вниз... Вот так. Мечтаешь о том, чтобы пройтись по густым зарослям на берегу Амазонки, почувствовать на лице брызги от Ниагарского водопада или проплыть среди буйства красок большого барьерного рифа, но вспоминаешь, что такие чудеса давным-давно либо сгорели, либо утонули. Тогда эксклюзивные туры, то, что тебе нужно. Проецирование отдыха твоей мечты осуществляется прямо в мозг. Насладись идеальной погодой. Посети места, о которых раньше не мечтал. Стань незаурядной личностью. Выбор за тобой. Прямо сейчас мы предлагаем скидку 50% на наш главный пакет экстрареальные друзья плюс. Ого. Загрузи виртуальные модели своих реальных знакомых. Полностью погрузи в сумасшедшую фантазию, будто ты не безразличен этим людям и им нравится дружить с тобой. Ну, вы знаете, в каждой шутке есть доля шутки, да? Ага, все, надо загрузить эту штуку. Which will eventually allow you to leave this planet.
Better still, this particular alloy seems to be capable of crafting many different upgrades. I have unlocked several new blueprints in your 3D printer. It's like Christmas over here. То есть я смогу продвинутый пояс улучшает пояс слева, можешь носить 5 любых предметов, нажмите один раз, чтобы сменить предметы. Да, но крафтануть я это пока что не смогу. Печалька. Так, небо зовет, требуемый элемент. Все, я понял. То есть эту штуку я добыл, но крафтануть я пока не могу. Хорошо, нам сюда. По-прежнему задание ведет нас сюда. Стоп, а почему оно у меня до сих пор мигает? Explored in its entirety and report back on its potential suitability for human settlement. At this point, we are unsure of the specific obstacles you will face. Вы хотите сказать, что я смогу получить еще одну? Вряд ли. А, это мне сейчас предлагает свои старые шмотки забрать. Спасибо, спасибо. While our earlier data indicated a rogue planet, this now appears to be incorrect. This is a radical mission-altering discovery, and while you must continue to catalog the planet, Kindred requests that you pay extra attention to anything that appears unnatural or constructed. I have placed a marker at a point of particular interest to our scientists. Похоронить себя самого же, это грустно. А где была моя первая тушка? Номер два. Да, значит, где-то валяется номер один. То есть свои ресурсы я подобрал, себя же похоронил. А где валяется тогда первый клон? Блин, я забыл, где я помер. Офигеть, меня отбила память. Р. Все, я понял, как это делается. Это КТЕшечка. Окей. Теперь. Ну, вон туда куда-то. А, да, точно. Там вон и, там оно и валяется. Это же существо уязвимо только при нападении сзади. Я тебя понял. Да пройди, пожалуйста. Это было страшно. Где я здесь? Где он меня убил? Ну, я понимаю, что мне дальше туда. Ой, блин. Ну, стойте, но он же меня где-то здесь убил, не? Я бы хотел похоронить свое тело. Ну, так же ж неинтересно. Прикольно. Воу! Осторожней. Они тут все поперевзрывались. Или оно исчезло? Было бы обидно, кстати, если бы мое первое тело исчезло. А, вот и я. В кустиках. Номер один. Номер два. Я играю за третьего клона. Теперь я это знаю. Так. Ладно, ребятки, тогда давайте пойдем дальше уже в следующей серии. Главное не делать такие большие перерывы между сериями, потому что я начинаю путаться, начинаю забывать. Ладно, ребят, спасибо, что были с нами.
Дальше мы уже пойдем в следующей серии. Пока что всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда. Да.